Всем привет, дорогие друзья! И надо же, мы возвращаемся в Древнюю Грецию и попытаемся что-то здесь предпринять, чтобы компанию пройти. Ну, пройти по компании дальше, не знаю уж, как, насколько это будет эффективно. Итак, давайте-ка вспомним, на чем мы остановились. У нас с вами Беотийский союз. Так, деньжата, хлеб есть. Куда-то мы собрались идти. Так, тут нанимаются войска. Так, Беотийский союз. Где-то драка была у нас тут. Беотийский союз. Дрались мы вот здесь, да. Так, одолели Каркиру. Да, была с Каркирой же драка. И по-хорошему тут бы... Так, давай-ка заглянем сначала... В город Анакторион. Угу. Гоплиты, ополченцы, метатели дротчиков. И тут у нас кораблики. Кораблики, кстати, надо на прокачку ставить, так как морские набеги весьма частое явление. Так, гоплиты, ополченцы. Может, что-то посерьезнее. Метатели дротчиков. Ну-ка, эти красные... 270 содержание, что-то наемнички дороговаты. Кава, давай одну каву возьмем. Блин, ну что, гоплитов, ополченцев опять, кто против нас пойдет, хер его знает. Ну и давай вот так, все, эти люди нанимаются. Давай заглянем в политику, все ли у нас в порядке. Ну, можно и посильнее, конечно, развиться в этом плане. Так, храм Посейдона. Минус 28. Кто-то быкует. А что у нас храм Посейдона зеленый? Что они имеют в своем распоряжении? Они хера они не имеют. Отлично. Так, у нас с вами вот здесь вот загвоздка. Точно я вспомнил. Мы собирались отправиться в Ламию. А, Ламия — это наши союзники. Да. Тогда куда же мы собрались? По-моему, Халкиду. Да, по-моему, Халкиду. Но я так чувствую, что надо делать будет ход сейчас. А, вот. Скорость стрельбы всех кораблей. Урон тараном у всех кораблей. Вот это нам то, что нужно. Слишком уж здесь... Слишком уж они нас, бывает, поджимают с моря, и без морских технологий, ну, никак не обойтись. Так, ну, именно даже гарнизонные порты, и то должны быть подкачаны. Так, собрать войска, флот. Может, флот начать копить? Блин. Ну, я думаю, надо делать ход. Потом уже с флотом разберемся. Не знаю, стоит ли его прямо сейчас нанимать или обождать. Давайте посмотрим, что предпримут наши враги. Зима началась, у нас летит снег. С чего бы он там... Видимо, он там бывает, раз его здесь изобразили. Но... Сейчас посмотрим. Так, за запугивание оппозиции. Местные разбойники предложили вам свои услуги. Отказаться. Истмийские игры. Стать покровителем атлета. Так, мы ныне узнаем праздники. Вскоре приведем истмийские игры. Множество гостей. Так, прибудут. Они ждут гражданина. Старайтесь, если вам желаем принять участие в подготовке. На след принять решение. Поддержать участника. Отправить посланника. Ничего не делать. Отправить посланника, наверное. Так, отчет по этой легкие гоплиты. Строительство завершено. Рыночное поселение в Опунте. Так, ну Халкиду я все-таки хочу отжать. Так, а вот у этого человека что, у него какие-то бонусы есть, что ли? Доход от всей торговли. Боевой дух отряда полководца. А у этого скидочки нет ли на обучение войск? Доход от торговли, прибыль от торговых сооружений. Ни хрена нету. Стоимость зданий центра города. Общественный порядок +2. Третий заход. Блин, они все у меня такие.
Все они у меня какие-то не боевые. Так, двое здесь. Третий тут и четвертый в Анкторионе. Было бы интересно сразиться с кем-нибудь сегодня. Посмотрим, как пойдет. Так. Ну, я думаю, надо продолжать нанимать. Так. Кава 1000 рублей, 170 содержания. Но надо взять. Без кавы это совсем плохо. Все. Такс, ну чё, блин, опять ход что ли делать? Ох, сейчас они Афины возьмут, что будет? Если возьмут. Что будет? Жесть. Давай посмотрим по строительству. Так, в пункте. Общественный порядок, заход, но у нас это есть. Доход от местной торговли. Сотка. Так, а вот где мы еще сидим? Так, Дельфы, все понятно. Вот тут. А, тут нихера. Тут нихера. Ну, мне кажется, надо в пункте строить вот эту тему. Пускай будет. Так, ребята нанимаются. Да, долго войска идут. Ну что у нас там? Давай посмотрим. Исследование завершено. Бронзовый таран. Хорошо. Повышение ранга Софокл. Задание провально. Разгромить. Ну ладно, хер с ним. Разбойник предложил свои услуги другим партиям. Могли им увеличить влияние, что вывел партии более счастливыми. Так, ладно, давай пошли на корабли. Атака ближний бой у всех отрядов. Прочность кораблей плюс 5. Скорость стрельбы. Урон тараном у всех кораблей тройка. Берем. Опять же на таран. Так, это наши друзья. Так, это у нас повысил свой уровень наш герой. Так, вот этого берем. Остальные дорогие. Гоплиты. Вот этих, мне кажется, надо брать. Ох ты, трое даже. Ну да, кто на стену-то полезет? Если не они. Так, здесь трое элитных тоже есть. Хорошо. Избыток населения где? Подожди тогда. 730. Так, а сможем ли мы что-то... Так, подожди, давай-ка вот лучше так, пока. Дельфы, Апунт, Дельфы. Так, аж чего у нас не хватает? Так, общественный порядок в порядке. Казармы есть. Горное дело. Давай, горное дело. Надо строить. 1200 осталось, и вот сейчас уже можно ориентироваться на солдат. Гоплиты. Нет, подожди, давай-ка лучников. Вот так. Прачники. Вот, да. Вот так сделаем. Давай посмотрим, что у нас в Анкторионе. Как у нас ребята восстанавливаются. Потихонечку ползут. Плюс свежие поступили. Два гоплита, да? А, конница и гоплиты, все. Я думаю, там вопрос закрыт. Единственное, катапульты бы не помешали. Так, что у нас с партией-то? А, во, отлично. Я считаю, ушел. Я ушел от них, от этих бандитов, а они сделали нам как бы бонус. Так, что еще у нашего человека? Это храм Зевса. Используйте влияние, чтобы улучшить. А кто у нас там? Зеленый храм Посейдона. Так, храм Посейдона. Политическое событие. Вот так немножко поднимем его дух. Так, под защитой. 7 ходов. Ну, в принципе, можно и ничего не делать. Ой, лига. Погоди-ка, я забыл. Ой, блядь.
Да тут пиздец. Тут еще надолго. Так, давайте ходить. И нам нужно что-нибудь на еду, наверное, построить. Еще будет. Сейчас деньги выпадут. Мы в городе в Арионе, в этом, как он называется, в Апунте построим что-нибудь на еду. Ну, ёптать, это вообще не серьезно. Блин, ну не серьезно, вообще жесть. Они тем более с суши нападают. Блядь, что за люди, а? Ну, будем драться, конечно же. Нанесем максимальный урон, затем будем фессалийцам. Затем контратаку предпримем. Интересно, успеют ли они восстановиться. Но вон тоже наемников берут, хотя и дорогих. Ну, давайте сейчас высадим ребят. Максимум по стрелкам отработаем хотя бы. Так, ну что, у нас выбор небольшой. Берем кораблики. Быстро причаливаем. И бегом на площадь. Да, попадут жесткие, конечно, пацаны встряли. Очень сильно все встряли. Так, давайте. Поставил я фаланги. Моряки даже фалангу не могут строиться, но в принципе логично. Так. Жалко, нет у нас никаких оборонных сооружений. Короче, попадос полный. И сейчас наемники будут кидать еще сверху. Элитные копейщики. Копейщики подойдут. О, начинается, бля. Сверху кидают. 8 человек уже угандонили. Ну, блин, жесть. Поперло, короче. Но мы им накидаем тоже со всей силы. Стараемся максимально. По головам летят, дротики отскакивают от шлемов. Ух, блядь, здесь тоже кидают. Генералу, может. Ох.
Не, лучше давайте по легким войскам. Так, выбили уже дротики одни. Все бросаются в рукопашку, хотят массой задавить. Давай по бронированным, раз уж дротики остались. Так они уж удобно стоят. В атаку. Уже забежал вон какой-то хер сюда. Уже здесь дерется. А вот, завалили его. Максимально, максимально, ребят. Чтобы неповадно было. Все, побежали. Сейчас попробуем. А почему не стреляем? А. Ну что, бьемся насмерть. Давай еще один залп. Все, побежали. Если бы они приплыли на кораблях, то, конечно, так просто бы им это не удалось бы сделать. На кораблях мы бы, четверо наших морячков бросились бы атаковать корабли, может быть, Гену даже завалили. И тогда было бы совсем по-другому бы все. Возможно. Но лучники, которые убили безнаказанно 60 человек, вот они здесь, вот эти вот. Это, конечно, мрачная история. Вот я как не... Правильно я сказал, тогда нужно было идти или на Кахлиду эту, на Калхиду, или идти... Нет, на Халкиду, или идти вот на этих вот Фессалийский союз, выбивать их. Ну чё они, блядь, нас крайний город ликвидировали еще и с портом. Вот гниды. Ой, гниды. Так. Неудачные игры. Так, порядок общественный повысился. Так, генеральчик у меня. Не пора ли... Так, кем он будет-то у нас? Он у нас будет... Скорость исследования, коррупция минус один. Коррупция минус два. Вот так сделаем пока. Так. Ну что? Так, Афины. Со спартанцами разорван торговый договор. Так, выбивать. Вопрос такой, выбивать сразу или... Или подождать? Выбивать сразу. Так, это кто у меня? Полководец. Возьмем его. И нашему полководцу, вот, который сейчас будет выбивать, тоже надо будет дать возможность. Так, подожди, а что у нас? 800 найм. Давай коня возьмем на одну битву. Да вы охуели, блядь.
Блять, как они пополнились-то? Пиздец, нахуй. Давай попробуем выбить. У нас нет выбора. Иначе они там так укрепятся, что потом их вообще не ликвидировать никак. Так, ну все, в общем-то, народу у нас немного. Побежали вперед. Кавалерию спрятал там вообще вдалеке. Ага. Сейчас пробуем протащить их. Так, скопа. Вот этот скопа, это самый мерзкий человек. Диера, морские лучники. Может, блин, зря я туда кавалерию-то скинул. Давай-ка сюда ее. Попробуем генерала перехватить. Хотя, с другой стороны, почему бы не бить им в спину, да? Блин, убежал генерал. Так, здесь пошло дело. В атаку. Ах ты, блядь. Топоры. Да что вы, блядь, гоняете нас? Погоди, сейчас развернутся наши. Back, back now!
Блять, да кто здесь, сука, идет, блять? Ну ладно, хорошо, деритесь, хорошо. Бегом сюда. Здесь должны лучники помочь. Вперед. Так, гасим лучников. Ага. Нам нужны ваши дротики, друзья. Сука, нас маленечко отбросили. Так, здесь что? Так, стрельба закончилась. Наемники вперед. Уф, блять, развернитесь. Ясно. Так, этих захлопнули. Вперед, наемнички. А, они обходят, хорошо. Там еще два мелких отряда. Так, обходят, да? Родосские прачники, вот кто здесь гадит нам. Кидаем, кидаем, кидаем. Есть один. Ой-ой-ой-ой, в голову. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же это прекрасно. Archers!
Сейчас лучники затащат. Приберите-ка морских лучников здесь. По два, вот так, отлично. Вперед. Сейчас Гену, генералу почешем спинку. Вперед. Да, сложненько. Входим. Давай со стороны генерала. А, вот здесь еще пращники. Ладно, попробуем закрыть. Наемные радоски. Ну давай. Так, ну этих должны, бля, уработать. Тогда встает вопрос, после того, как радосских прикончим, ударить в тыл войскам или ударить в тыл генералу? Ну да, судя по тому, что пращники даже держатся очень долго, то, наверное, стоит ударить в тыл генералу, иначе эти войска будут стоять здесь очень-очень долго. В атаку. Лучников у нас выбили. Ну чё, блин, давить только до последнего. Так, там побежали. Так, все, генерал всех опрокинул. Сука, да, блядь, разбегитесь вы сюда, блядь. Пока там наемники сдерживают, ну немножко они поздерживали.
раз у них генерал тащит, то и наш тоже должен затащить. Ну вот мы и сожрали, кстати, их всех. Побежали все сюда на генерала. В последней, так сказать, попытке его пробить. И гоплиты есть. Так, побежала пехота. Противостояние жесточайшее. Шесть человек. Ну, в принципе, смотрите, они у нас стоят в фаланге. Надо всем упереться в генерала. 45. А, метатели дротиков еще здесь. Ага, вот мои лучники отвлекают в атаку. Пробуем поколебать уверенность в себе. Мы прикрылись спинами врагов. И деремся до последней, так сказать, капли крови. Так, здесь расхлестнулись лучники с метателями дротиков. Завязалась рукопашка. Наш проигрывают. Слушай, ну такая битва. 23 человека у нас все в фалангах. Патроны кончились у пацанов. Сейчас попробуем 53 дротика на... Не, ну фалангу они не могут пробить. О, били Гену по ходу дела. Есть. Вот это называется грамотно построенное сражение. Так, и тут... Джавелины наши бегут. Всю армию положили, похоронили. Походу, кроме гоплитов элитных, особо-то... Так, все, прикончили. Кроме гоплитов-то сражаться мало кто может достойно. Так, нашим джавелинам надо только продержаться. Опять завязалась мясорубка, легкая пехота рубится. На подмогу бегут гоплиты, должны успеть. А вот, не успели чуть-чуть, но все равно продолжается битва. Attack their opposing.
Хер они фалангу пробьют. Фуф, вот это мясо. Так, кто остался-то? Ой, бля, что-то много. Ополченцы. Ополченцы и метатели дротчиков. Ну, будем до последнего сражаться. Так, ребята отдыхают, отдыхают. Не, не можете вы пробить, не можете. Сейчас на жопу вас посадят. Отдохнуть бы вот этой фаланги, конечно. Сейчас посмотрим, как пойдет. Кали, блядь, копье. Да, на суперсложном уровне тут, конечно, довольно-таки. Блять, ну начинается пиздец. А вы на дротиков. О, как сыпят, бля. Ага, так, накрыли, по крайней мере, стрельба прекратилась. По большому счету, все зависит от того, смогут ли наши ребята здесь отбросить вот эту вот, вот это вот сборище легкой пехоты. Но сложность состоит в том, что гоплит-ополченцы тоже здесь помогают. Щиты, щиты, блядь, гоплоны эти здоровые, блядь. 30 человек уже не могут. Давайте максимально. Блин, ну на последних... Не можем. Нет, не можем, не можем. Не сможем. Может, как-то через мораль попробовать. Но нет никаких факторов, которые могут их сломать. Нет удара с тыла. Ну пиздец просто. Сейчас они восстановятся, это будет жесть. Да, самая кампания за всю историю прохождения Рима. Казалось, на этом
на этом, так сказать, моде, не моде, а на этом дополнении. Вот тут просто какой-то ад. Войска занимаются два хода, и мы могли бы, конечно, биться там бесконечно долго, если бы у нас солдат было достаточно. Но здесь при найме за два хода это прям не представляется прям даже то возможным. При этом выбили порт, и наши планы на Халкиду прахом идут. Ну чё вот это стояние? Это, блядь, гоплитское стояние. Это оно ни к чему не приводит, мне кажется. Наши сильнее, но тех больше. Повесим два дебафа. Блин. Помогли бы хотя бы их метатели дротиков, чтобы кинули в спину или что ли своим. Нет, не вывозит. Пиздец. Пиздец. Мы потеряли все. Чувствую я. Возвращаемся мы домой с пустыми карманами. Что там у нас? Генерал убил много людей, и вот прачники тоже как-то так. Но они начали стрельбу, видимо, по нашим наемникам. Блядь, ну что, через наемников действовать, что ли? Посмотрим, сколько денег останется. Сейчас. Пиздец. Фух. Полностью. А, у них Гена убили, она живой. Это жесть. Ладно, наймем лучников. Какой, блин, какая жопа. Так. Главное, дешевых наемников нет, чтобы, например, взять одним махом. И денег нет, чтобы взять одним махом, например, добить Апунт. Бля, вот гниды, они выбили наших союзничков. Ну, надо здесь, походу, идти. На Фессалийский союз, иначе нам крышка. Ладно, сохраняемся. Ставьте лайк, пишите комменты. На этом серию закончим. И увидимся в следующей. И всем пока.